Прогулка с оружием на площади Собанина. Наряд сотрудников правоохранительных органов задержал жителя Макушинского района. Под курткой 35-летний мужчина прятал помповое ружье 12-го калибра. Документов на оружие у него не было. В отделе полиции задержанный пояснил, что украл ружье у малознакомой жительницы Кургана, в гостях у которой до этого выпивал. В ходе совместного распития спиртных напитков с малознакомыми людьми он похитил оружие. Впоследствии он его решил оставить себе. Его доставили в отдел полиции, значит, установили владельца оружия. Все, и здесь уже была проведена проверка. Возбуждено уголовное дело по статье 226, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как выяснилось, задержанный ранее неоднократно судим за грабежи и разбои. С какой целью он похитил ружье, предстоит выяснить органам следствия. Сейчас он заключен под стражу. Уголовное наказание по данной статье предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.